Всем добрый день! Я приветствую вас, друзья, на канале «Яркие картины». С вами художник Наталья Ширяева. И сегодня я вам расскажу про свои последние работы. Вот эти две работы я написала несколько дней назад. Они уже продались. Я продала их через свой телеграм-канал. Все работы написаны на грунтованном картоне в размерах 15 на 15 сантиметров. Это картина с эхиноцеей, написанным мастихином. Очень красивые выпуклые мазки. Вот эти две работы продались в тот же день, в который они были написаны. Написаны были на одном дыхании. Работы с яркими цветами. Очень интересно сочетание цветов на этих работах. Вот эта работа мне особенно понравилась. Даже как-то жалко было ее продать в первый же день, и поэтому я решила написать еще одну похожую работу, чтобы немножко дольше она у меня осталась, чтобы я могла ей полюбоваться. Так что первые две работки проданы, а вот две оставшиеся у меня есть в наличии. Работа такая стоит 1000 рублей, плюс пересылка в ваш регион. Если вы находитесь в России, то это где-то 200 рублей на пересылку. Приобрести вы можете ее, написав мне личное сообщение ВКонтакте или в Телеграм. Все контакты я оставляю в описании и в первом комментарии под видео. И вот эта работа еще новая тоже. Она свободна, пока не продана. Такая летняя. Радостная работа с цветами. Сейчас я не сказать, чтобы очень много писала картины, потому что деятельность моя немного в другое русло сейчас ушла. Занимаюсь я сейчас разборами бодиграфов по дизайну человека очень плотно. Так получилось, да, что вот сейчас пошла какая-то такая волна интереса у людей к тому, чтобы немножечко познать себя поглубже, да, познать свои сильные стороны. И я всегда за, поскольку эта система, на мой взгляд, очень хорошо отражает все наши предпосылки к успеху, все наши задатки. И самое главное, наверное, что она дает, это она дает подсказку, как принимать корректные для себя решения. Вот это вот я считаю вообще самым главным, потому что, мне кажется, в нашей жизни все зависит от того, насколько мы умеем воспользоваться своими возможностями, да, не упустить возможности, которые нам даются буквально каждый день. К нам приходят какие-то знаки, к нам приходят какие-то люди, какая-то информация, да, и вот иметь возможность воспользоваться этим и получить то, что тебе надо в этой жизни, это очень-очень важно. Ведь мы часто просто боимся, да, боимся сделать какой-то шаг, или когда мы стоим перед выбором, нам очень трудно определиться, потому что, как правило, наша природа истинная, да, то, что есть прямо внутри нас, оно нам подсказывает одно, а ум нам может подсказывать совершенно другое. И очень часто человек теряется и часто идет на поводу ума и совершает
какое-то действие, которое в итоге не приносит ему удовольствия, да, не приносит удовлетворения по окончании, а так быть не должно. То есть человек должен жить в радость, человек должен жить для того, чтобы каждое мгновение жизни приносило ему удовольствие, и действия, которые он делает, совершает, да, чтобы они наполняли его энергией, а не наоборот истощали его. Именно поэтому в свое время я увлеклась этой системой, потому что она научила меня, позволила мне достигать своих целей, проживать жизнь без надрыва, без загона, да, проживать жизнь радостно и в то же время достаточно интенсивно и достаточно продуктивно. Вот, поэтому я не перестану ее хвалить. Я сама продолжаю учиться в этой области, все время глубину знаний своих совершенствую. И, в общем-то, очень рекомендую всем знакомиться со своим бодиграфом для того, чтобы понимать вашу внутреннюю механику, механику вашего тела, механику вашей личности, чтобы проживать свою, а не чужую жизнь, чтобы идти к своим, а не к чужим целям, чтобы получать удовольствие в процессе и получать удовлетворение по окончании деятельности. Вот так, друзья. Напоминаю, что вы можете приобрести вот эту работу за 1000 рублей и вот эту работу тоже за 1000 рублей плюс пересылка. Пишите мне ВКонтакте или в Телеграм. А вот эти две работки уже скоро высохнут и поедут к своим новым хозяйкам. На этом я буду с вами прощаться. Желаю вам хорошего лета, хорошей погоды, радостного творчества от души и, конечно, продажи ваших картин, знаков от Вселенной, что ваше творчество востребовано. Вот, всех целую. Пока.